Всем здорово, ребят! Ну чё, у нас сегодня полный трэш. Я не знаю даже, как это назвать. Я вам покажу два сервера, которых я с утра не показал. Там даже писали, типа, отписка за то, что не показал Тайвань. Тайвань будет. В общем, два самых топовых на сегодня сервака, ну, доступных для большинства. Не считая АЭС, АЭС тоже, в принципе, хорош своими плюхами. Но здесь намного больше всё-таки плюшек. Это Тайвань, вот этот вот сервер. Покажу сейчас, что на нем интересного сегодня у нас есть. Вот так вот, бесплаточка, и за 450, и нифига нам не упало. Это разводняк. В общем, ладно. У нас места, не, места есть. Странное, что не падает. Не падает. Что ты не падаешь? Не падаешь, потому что не туда. Так, первое. Накопление, в принципе, это донатное. Это на многих серверках есть. Здесь оно своеобразное, но тоже неплохое. Смотрите, 2 миллиона кулаков бонусом. Донатных плюх очень много, но чем отличается этот сервер от других вообще донатных, недонатных? А здесь есть вот такая вот тема: каждые выходные, если вы задрот и накопите, я уже не один раз показывал, и здесь меняются причем плюхи. Вот этих вот первых сумок мне очень не хватает на многих серваках. Вот здесь это не проблема. Вы можете за там сколько получается, 60к, вы уже собираете там 20 осколков. Ну, конечно же, лучше в данном случае собрать 160к и реально получить огника. Набор за один самоцвет. На русском я вам показал, ну там коробку дали, да, но тут вот смотрите, по 3 пропуска, сапожки, которые реально нужны, у меня их уже здесь 500 с хреном, ну и карточки, то есть такой вот наборчик за один сам подгон. Помимо этого, ребят, за 300 самов, вот самое интересное тоже, каждые выходные здесь дают 10 карт, соответственно, вы за неделю можете их обменять на 3000 самоцветов через квесты. Это не есть большая проблема, поэтому тоже очень офигенная темка для бездоната. Ну, помимо этого, есть и другие паки, но их не особо выгодно здесь, например, брать. Но за 20к я бы, честно говоря, взял. Восьмые сменки, возможно, ну, такой себе пак, но изворот можно получить, плюс камешки. Ну, двадцатку есть, конечно, серваки, где получше, но здесь это стабильно, здесь это каждые выходные. То есть каждые выходные вы можете зайти и забрать топовые плюшки. Дальше. Донатная, понятно, часть. Сумок таки нету, нифига таки нету. Большой пак 50, ну, не знаю, такое себе, честно скажу. Я даже питомцев не старался собирать, что-то я подзабил на них. Рано или поздно будут все равно их продавать готовых. Так, сменка, ну, зефир половинку полпака. Дальше. Молотков нету. Смотрим базарчик. Вот, кстати, очень плохо, что с этой акции убрали карты. Здесь были раньше карты на архидемона, реально было кайфово. Хрусталка. Ну, хрусталка опять для доната, но посмотрите. Сразу же получаете осу, сразу же получаете зефира, топовую чарку. Ну, это реально топовый. Вот вам вся сборка, сразу же получаете двое героев. И не паритесь. Дальше, пират. Ну, пират здесь был раньше, до открытия немки, реально топовым. Сейчас самый топовый пират на немке. Там вы можете собрать и огника быстрее, и розу быстрее. Ну, и получить кучу плюх. Там сегодня пирата нету. Мы сейчас пойдем на второй сервак. Это будет, конечно же, немка. Он еще более топовым стал для меня, чем этот. Ну, тут по-своему хорошо, там по-своему. Здесь народа тоже мало играет, и там народа мало играет. Но это такое. По чуть-чуть, постепенно люди переходят. Дальше. Островок, в котором можно вытащить. Ну, видите, вот 5 осколков дуэлянта. Я получил, и вот еще 5 можно вытащить. Здесь добавили на русском сервере, к сожалению, как обычно, не добавили. На если тоже нету, и на многих нету. Не знаю почему. Ну, они просто запустили его, потом сделали обнову. Соответственно, они не могут перезапустить. Я так понял, что остров для всех в один день включается.
То есть сразу стартует, поэтому как-то так получилось, не знаю. Хотя могли, наверное, думаю, обновить. Это не было бы проблемой. Ну, тоже неплохая тема. Так, с этим сервером разобрались. Кстати, надо иногда крутить и смотреть сюда. Поехали на немецкий сервер. Самое интересное. Итак, стартуем. Найм за 1500. Ну, не делали одни скидки, как-то странно. 62 кулака у меня здесь валяется. Что у меня вообще здесь в алтаре делается? Коробок нету. Что-то коробок подкупить. Видите, печеньки есть. Все, что хочешь, есть. Бездонатный аккаунт. Такс. Это все хорошо. За питомцев. Вот тоже классная тема. Потратить 1680 самоцветов, я думаю, можно. И вы получаете топовую книгу. Эта книга дает плюс один левел к прохождению пропуска. То есть, соответственно, вы можете зафармить полностью весь пропуск и получить топовые плюхи до конца. Максимум там вы 40 левелов. По-моему, если я не ошибаюсь, ребята писали, можно пройти без донату. То есть такие варианты есть и здесь, есть и в коллекционере. Ну, конечно же, надо самики. Но за месяц пару раз вот эта тема есть, и реально надо забирать. Плюс вы получаете допы, посмотрите, вот 9000. Единственный минус, здесь не возвращают самоцветы. Если на других серваках там за 20, ну тут 15 тысяч всего. Плюс топовые сундучки, вот так вот если разобраться, 15к вы потратили на питомцев, понятно, вы ни хрена не вернули, но получили книжечку для Battle Pass. Но самое интересное вот здесь, донатные питомцы, да, вот вы можете получить панчбокса 300 штук, кролика для битвы гильдии, этого дрогу для прохождения битвы гильдии по локации я показывал, этот герой вообще просто бомбический. Ребят, чара топовая сразу же, пятая, плюс сменки, плюс топовые сундуки 5 левела. В общем, вот так вот. Дальше это донат. Вот, то же самое. Посмотрите, какие плюхи здесь. 100 книг, которые для бездоната нужны. 200 камней. Посмотрите, у меня уже 3000 камней. И пропуская ходки. Круто. Я считаю, реально круто. Лучше, чем на русском сервере, однозначно. Та коробка нафиг никому сейчас не нужна одна. Дальше. Это донатные варианты. Нету сегодня второй акции. Вот смотрите, здесь уже скин продают полным ходом. 5 раз вы можете взять 250, все равно не хватит. Ну, сумки. И сумки у всех. Ну, если возьмете, там, я показывал. Можно собрать очень быстро. Кстати, давайте побежим. Вот, Анубиса выбиваете, получаете еще плюс 3 левела. Ну, конечно, это вряд ли без донаты. Плюс скин сразу же падает, 10 пыльцы, пропуска. Ну, это я сегодня уже показывал вам. Асу выбиваете, вообще по 100 получаете. Вот печеньки, это самое востребованное. Плюс, вот вам, пожалуйста, вот вам роза. Я за ЗПшки заролил себе сразу же эмблемку. Ой, эмблемку говорю, талант. Плюс, вот самое интересное, новые, ребят, новый я не видел еще. Магазин, в котором самые, посмотрите, 30 монет, ребят. 30 монет, 10 этого и 100 этого. Аж целых 30 монет. Мы сделали скидку минус 30. Но можно купить книги, можно купить пропуска, можно купить сумки. За самики, улучшение тоже за самоцветы, что тут еще есть, скин на седну, он тоже за самое. Так, что тут есть, сменка, сумочки, ну вот так вот, то есть реально это очень круто и очень выгодно. Так, окей, топовый реально магазинчик, плюс здесь тоже уже есть, видите, здесь тоже 5, на английском сервере по 10 сделали. Вот, то есть куча плюх, все, что надо для бездоната есть. Да, и для доната тоже.
Так, ну 1500 у нас нет, мы не настолько мажоры. У меня места, скорее всего, нет. Так, а что у меня тут вообще по героям делается? Я уже даже забыл. Так, пятерка. Первая железка стоит. Здесь хорошие герои прокачаны. Я не играю даже, но они уже с девятыми. Так, Купидон. Леску пока некому ставить. Нету еще всех топовых героев. Ну, пожалуйста, это я с прошлого вытащил пирата, по-моему. Помимо этого, посмотрите сюда, посмотрите, какой молоточек есть. По 200, но зато вы можете здесь вытащить мешки на огника, мешки на розу вторые. Ну, следующий, там, не знаю, либо коллекционер, либо этот, и мы уже соберем фуловый. Соберем здесь розочку. То есть Розалинда без доната, там, по сути, недели 3, наверное. Может, немножко больше ушло на это. То есть... По идее, на сегодня вот этот вот сервер даже немножко топовее немки. Здесь очень много акций, которые не идут на других. Обожание здесь бывает, включается. Вообще, посмотрите, 14 еще осталось. Ну, надо будет пошаманить над героями. Что еще у нас по акциям интересного? Я показывал, здесь тоже очень классный фонтан, который реально включается очень часто, и вы можете себе выбирать сами плюхи. То есть не зависит от того. Так. Форум. Амазон, пакет. А сегодня акций, как видите, нету. Они на выходных что-то не... Ну, как не очень. Они классные, но нету всего, что надо. Накопление. Скин 100, 300, ну такое себе, накопление здесь не очень. То есть для бездоната это реально один из топовых на сегодня серваков. Так, с карты. Карты надо забирать, пропуска тоже надо забирать. В общем, вот так вот, пишите комменты, кто что сегодня достал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.